Найс. Сейчас мы сделаем. С конфетку сделаем, просто смотри. Так, господи, опять этот треск. Не сразу регает. К этому сразу залетел, а вот зарегало не сразу. Здесь стоит, ждет. Ну ладно, пойдем кушать, все. Опа, вышел, вышел. Залагал, что ли, вылетел? Или что с ним случилось? Или он типа ослеп и пытался спиной отойти, но типа застрял, или что? Понял. Больно, блядь, дробовичка-то, а? Повик, ты капец. Что за дробовик? А, КС. Ну, блядь, понятно тогда. Какие разговоры могут быть? Я вообще думал, я умер, блин, когда он по мне жахнул. На карту пофигу, за каждый килл с ЧВК 500 рублей. Фига. Блин, надо подумать, куда нам пойти. Сейчас мы сделаем. С конфетку сделаем, просто смотри. Какое стабильное оружие, заметили? Ну, допустим, вот выходит на меня чел. Я такой... Чел передо мной. Блять. Сука, убегает наверх. Не зря касочку одел. Бля, кое-как убил его по ногам. А он мне с КС-а в каску дал. Ха! Так, алло. Звук. Профессиональные игроки, походу. В углу сидел в левом. Блять, КС-23. Ссаный. Блять, он слева ползает. Блять. Он без патронов должен быть. Все, теперь точно без патронов.
10 уровень, блин, а, сыкло. Сюда. Еще один. Это челобот. А челоботы считаются? Блять, вот он сидит же. Нет, 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 нет! А, так вот еще один лежит. Все, 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 локация пустая. Ну, троих. Господи, боты там придурочные. Офисы, не-не, все, это все ЧВК. Там лежал один труп, его трое. Всего пятеро на локации, все. Вот и через все это его никто не юзает, потому что он нахер не нужен. А револьвер это СВД. Лучше на СВД. Минус. Идрит там снайпер лежал, видели? Как спалил его вообще. Так, настройки тоже кто-то есть, походу. Если он там не один. Но, скорее всего, он не один как раз-таки. Здорово. Какие идеи, чат? Вот она. Выжил? Сна. А у этого вообще? А, М1А с теплом? Что, блять? Зацените, бля. Какой снайпер был профессиональный. Интересно. Он куда угодно уже мог уйти, на самом деле. Видел я его вот тут. В смысле, блядь? Это не он. Это какой-то черненький, а тут был Юсек. Спектр, здорово. Кто ты? 42-й. СВДшник. Гранаты есть? Сука. Блять, я руку сначала починил, но... Давай застрянем, да. В принципе, хорошая идея. Там реально отсутствует звук шагов, когда я внутри, а он наружу. А там труп лежит. Дигл какой-то с Риком уничтожил, чертовой матери.
Так. Ты же рюкзак оставил. Я выкинул этот ТВ-110. Да фиг с ней. Нафига нужно. Можно оставить, пусть они как бы... Что бы видеть там его? А, я вижу его, кстати. Кстати, куда-то туда вот он стрелял. Можно пойти посмотреть. Мне кажется, он просто стрелял на мою прошлую позицию, где он меня видел в последний раз. Типа, ну, хер его знает, как это работает. Это есть справа. Кто-то ползал, по-моему. Хер его знает. Ноль звуков просто издает. Будто невидимый, блин. Так, ну вроде он. Пешечка, да? Пойдет. Ну и что, блять? Ну, он ушел где-то, спрятался. Ага. Хороший броник у него там какой-то. У меня бейсбол кончился. Адреналин вообще херню действует, как таблетки, походу. Вроде раньше он дольше действует. Ни от кого в голову не получу, он оттуда. Типа лежащих под поездом, как обычно. Жукти ТВ, стример какой-то шип. Ой, первым выстрелом в голову. Ай, хорошо. Она же автоматическая. Ха-ха, нахрена я тапаю с нее. Я привык, что я с этим бегал, с Сайгой. Сайга 9. Хотя дверь он там открыта. А он вообще лутает, сидит. Убил. А, он тут реально всех поубивал. И меня потом пикался. О, маленький уровень. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.